очень тяжело покупать. У них у всех свой характер, под характер не попадешь. И цены сейчас, сами знаете, бешеные. Сейчас подготовить ребенка к 1 сентября не всегда простая задача для родителей. В преддверии нового учебного года общественный совет совместно с сотрудниками полиции проводит ежегодную акцию «Помоги пойти учиться». Это помощь семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Вручили канцелярские принадлежности, рюкзаки, чтобы помочь у нас семье пойти учиться в школу. Семья многодетная у нас, которую мы посещали. Наверное, вот это тебе? Или Настя, ты хочешь? Или, ну, девчонки, давайте так поменяемся. Вы выберете сами, я думаю, что между собой сможете договориться, да? В рюкзаках все, что нужно для учебы. Тетради, ручки, альбомы, пластилин, краски и другие принадлежности. Школьную форму семья уже подготовила, а вот обуви девчонкам не хватает. Мария Шматкова, член общественного совета, взяла ситуацию на контроль и пообещала помочь семье с приобретением необходимых товаров. Туфли, да, кроссовочки. У меня младшей дочки, получается, у нее вообще нет обуви. Если у старших у них успели кроссовки купить, у них хоть обувь есть. И до школы, и школы, у младшей вообще нет. Сегодня у нас была замечательная семья, трое дочерей, три прекрасные, очаровательные девчонки. Одна идет в третий класс, вторая в четвертый, и третья, самая старшая, Анечка, идет в шестой класс. Девчонки получили свои рюкзаки, они их тут же открыли, с любопытством смотрели, что внутри. Я думаю, что в этих тетрадках появятся долгожданные пятерки. Ольга Дмитриева, Фарид Хариддинов, телекомпания «Одинцова».